кажется, мы трущобы проезжаем сейчас. Даже не кажется, а точно. Ох ты, подлетела она немножечко. Это Кемера. Ага. Кемера срам. Ага. Самый большой, короче, водитель говорит, самые большие трущобы в Кении и в Африке, вторые в Африке. Second Africa. Ух ты, ёлки-палки. Нет, я подлетела просто снова. Тут маленькая машинка, чап-чап называется. Знаю, что там происходит. Прям толпа людей. Что-то дают, наверное. Выступает, выступает. Ну, что-то выступает. Тут дома, видишь, как спинами. Вот. Это не дома, это тоже трущобы. Тоже трущобы все еще. Проносимся мимо трущоб. Ну, и магазинчики такие, как на Шри-Ланке. Да, ничего, в принципе, страшно. Да, вообще нормально. Все живут. Потом учим по Найроби. Асфальт хороший, отличный. Дороги отличные. То, что мы ездили, вообще тут дороги отличные. Вон загон козочек, овечек. Футбол! Футбол, да, молодцы ребята. Ого, сколько звезд. Кто-нибудь из них обязательно станет звездой. Надеемся и желаем. Маршрутка называется. Мотата. Че мотатка? Мотатка. Маршрутка мотатка. Боже, на чем она держится все, да? Да, хлипкая, все хлипкое. Ну и встречаются такие интересные здания яркого цвета. Ой, а впереди какое-то, я не знаю, здание. Это небоскреб, типа вот за маршруткой. Вперлись в маршрутку. Да не-не-не, все-все-все, она за маршруткой. А за нами тоже вон мотата едет. О, сейчас. Вот видите, маршрутка едет, и парень, это он как кондуктор, это кондуктор. Он рассказывает, там номера нету, он рассказывает, открывает и рассказывает, какой номер, какие, это, ну, цена, понятно, одинаковая. Какие. Да, и какие остановки. А вон впереди ты хотела небоскреб. А, да, вот этот. Ну, так. Вот такие контрастные Найроби. Да, тут трущобы. Вот, казино, я не могу понять, у них казино разрешены? Играет, честно, забанит. Значит, не, прямо небоскребы, слева мы только что проехали трущобы, а сейчас более-менее вот какие-то районы такие среднего класса, я так понимаю. Полочки висят. В Турции, по-моему, тоже так иногда вешают. А в Дубае на полу лежали, когда и продавали. В Дубае тоже так будут продавать. Так что, главное места ждать. Везде жизнь. Смотрите наш канал обязательно, все расскажем, все покажем. Я твой нос так снимала, прости, я смотрю себе. Не, ничего. Не, нормально, красивый нос, все нормально. Так. Да, расскажи, покажи. У нас такой вот Найроби из окна такси. Таксишки здесь маленькие, заказывать нужно в Uber. Не-не-не-не-не, есть три вида, вида машины, которые вы можете выбрать. Маленькая, ну, на трех человек, это чап-чап называется, и потом уже побольше, ну да, выше класса. Сами знаете, смотрите, сопоставляете, сколько человек, цену и... И маленький багажничек у нее, если вам надо там, ну, 3-4 пакета больших из магазина, то полностью влезет. Или один такой большой чемодан. Больше не влезет сзади. Ну, сейчас можно показать уже совсем приличный район. Мы буквально проехали минут 5. Можно подумать, там тоже был приличный район. Ну да, да, конечно. Просто... Приличный район с трущобами. Ну а что делать людям, я не понимаю. Вот регулируемый светофор. Вы там еще сказали, что пациентка так походить. Ой, смотри, видео, вот мальчик это просит денег. Нет, пацан, извини, сегодня не это. Сегодня. О, да, а это цены на бензин, смотрите. Повторюсь, что не надо ходить видео вот так вот в центре. Это воруют даже местных. Воруют это цены на бензин снимают, да? Дизель, ну, да. И премиум. Дизель. 16 100, а премиум. А за что это? 17 400. За литр? Наверное. Я ничего не понимаю. Ну, 16 100 много. Надо спросить тоже. А is it price for oil on liter?
Литр? Дизель, and then the name. One liter? One liter, 174. $174. А, ну 123 доллара. Доллар 7. Ага. And this is 160. More than one dollar. Yes? More than a dollar. Dollar. In our country, maybe... More. More. Я уже не знаю, сколько у нас бензин стоит. Ну вот, что еще там? Большие дома строят. Ну вот, симпатичненько очень даже. На такие дачные участочки похожи. Так, что там справа? Ничего интересного? Ого, дом. Это еще не построили, но, то есть не заселили, уже каркас все есть. Тут какой-то Wellness Hair Studio Spa. Вот еще скелет уже стоит дома. Вот там какие-то более-менее. Лухури жизнь намечается. Так, что здесь на правую сторону? Тоже какие-то дом. Ну, вы так хорошо в Дубае показывали, когда мы в трамвае на Марине ехали. Хорошо показывали. Извините, все-таки подпрыгиваем, потому что тут и лежаски. Ну, асфальт. Вот посмотрите, асфальт. Я сейчас посмотрю. Наверное, вот здесь. Асфальт шикарный. Вот я считаю, это асфальт шикарный. Ой, красивая природа эти, господи, пальмы, что это такое, агавы. Не знаю, даже вот эти пьяные елки, не знаю, как они называются. Но... Пьяные ельды, да? Называются. Но она вроде прямая, так что. Сейчас на светофоре, светофоры есть. Ну, вроде правила соблюдаются, движение, но иногда немножко бывает движение страшновато. Резвое движение. А поснимать как-то, чтобы как они по встречке любят тебе вот включаться. Ой, горшки продают цветочные. О, тут очень часто. Улица вниз. Шоссе и вверх. Идет вниз, так сильно вниз, потом сильно вверх. И очень часто вдоль дорог продаются растения. И теперь мы взлетаем. Ух! Это уже какие-то шикардосный домик. Ну, так выглядит, по крайней мере. Наверное, действительно, побогаче район. Ну, а внизу побогаче район. И вот, если видите под этими шикарными районами, вон там люди ходят, живут. Один человек, он отдыхает, лежит на спине. Тут очень доставка тоже, ну, как развита, да, в принципе. Иглова я видела. И что-то еще. Доставка есть, заказывать что-то вкусное. Можно. Нам друзья заказывали, мы не знаем. Мы не знаем, мы ели вкусненько. Да, ели вкусно. Показывали, кстати, равиоли, да? Да, равиоли с говядинкой и яйцом. Это когда мы только приехали, вообще шикардосненько. Что-то я все время шикардосненько. Что за слово такое? Очень нравится. Мне хорошо. Пока вот. Но жить, наверное... Кения впечатляет, народы впечатляют. Да, что-то интересное. В колониальном стиле что-то. Это какие-то частные владения, хотя они дома, как они, компаунды, я не знаю, как похожи очень один на другой, но, видимо, да, это с ним, ну, в аренду. Ну, какие-то арт-кафе, кофе-бейкери, барбер-салон, все, что хотите. Ой, тут палец нет, не было пальца. Ну, в принципе, да, тут да. Все где-то и видео особо. Да, ну, нет, мы у друзей спросили, что говорит, вы не выйдете, как в Дубае, нигде между ними, островов не походите. Есть какой-то бизнес-центр, но там переходит... Из дома в другой и тоже как бы особо. Ну, молы, магазины. Человек тележечку тащит. Кто-то на велосипеде. Опять дома высотные. Вон человек переходит дорогу. Не парится. Не, затормозил, слава богу. Вот так вообще плыл и не старался даже останавливаться. Вон тоже люди. Тюки тащат здоровецкие. То ли это мусор, то ли не знаю. Да. Пальмочка, домик. Ну, да. Тут природа, конечно, плохо. И опять спуск. Бог не обделил, конечно, природу, эту землю, этих людей. Это просто что-то. Это ни с чем не сравнимая природа. Ну, по крайней мере, в тех, что я в странах была, это... Зелено, очень зелено. Причем так, такие темно-зеленые. Зеленый-зеленый цвет. Да, очень насыщенно. Опа, это был полицейский. А вот смотри, какой-то частный, да? Ну, так, проехались. Частный вот комплекс еще. «Сосновый бор». Ну, там сосны реально, по-моему, сосен. Какие сосны? Реально сосны, ну, здесь, да, растут? Ну, еле-еле, пьяные ели вот такие вот.
что, как вам поездочка с нами по Найроби? Нравится. Я то одеваю, то снимаю капюшон. Зима, но я вам скажу так, с утра 16-20 градусов, потом днем так жарко, но бывает зайдешь день холодно. Вечером снова холодно. И я так поняла, тут фишку в такси, они наверняка не включают кондиционер, ну, потому что дорого же, понятно, бензин, и у водителя окно постоянно открыто. То есть постоянно еще... То есть просишь, он немножко поднимает, ну и закрывает окно. Да если вам это не критично, то, конечно, нормально. А если критично, то... Берите шапочку, капюшончик. Потому что ему тоже жарко, наверное, штаб. Ну, как бы, мы уже в коне в положении, пойду, я тоже вон замотанная, все нормально. Так, ну что, давай немного заканчивать. Вот тут еще вот леса, поля, не леса, вон поля, говорю, господи. Зелено вот как пошло. И вот оно сейчас справа. Тут что-то вообще такие дома, какой-то дом. Вот тут частные владения. А нет, чёрч написано, что-то церковь, церковная. На не-не, вон частный сектор. Школа. Не, я придам себе это свое. Ой, какой красивый это круг. Тут же левостороннее движение, да? Это мы уже говорили? Я назвала его правосторонним, но я имела в виду левостороннее. То есть, потому что руль был справа, и такая, о, правостороннее движение. О, наконец-то. Движение, мы узнали, что такое левостороннее, что такое правостороннее. Движение левостороннее. Люди с правами, да? Да, люди с правами, но которые ими не пользуются. Ой, что это было? Там эти стоят, видеокамеры. Она сфотографировала кого-то. Ну, ты сфотографировала камеру, камера... Не-не-не, вот-вот-вот, то есть оно ловит, вон-вон, фотографирует. Ой, сфоткала. Ой, смотри, какое здание! Форт разрушен. Не знаю, будет видно. Я, знаю, я просто взгляд бросила. А мне кажется, это у кого-то такой архитекторский взгляд на мир. Так, еще раз переводим, тут справа. Так, уже надо заканчивать. А то тут все, тут знаете, вот просто тут справа, слева, тут все реально интересно. Цветущие эти растения, цветущие деревья, все зеленое, все. Глаза разбегаются. Собрать бы их все в одну кучу, и было бы хорошо. Вот, продают цветы, растения, то есть ну, просто цветы, масса. Цветы, которые голландские, представляются на самом деле с Кении. Не-не-не, знаешь, как не так сказать. Здесь очень, ну мы же говорили уже в одном видео, что цветы очень развиты, именно подарочные цветы. Обалденные вот качества, они свежие, они пахнут. Это не то, что вот как берешь, видишь живой цветок, а он на самом деле по запаху никакой, а пахнет, аромат идет. И розы, они Кения экспортирует в Голландию. Понимаете, ну, да? Голландия экспортирует в другие страны за более приличные деньги. Ну, вот так вот. Вот так вот. Цветочки продаются. Просто огромное количество на любой вкус. Пальмы какие-то там, ну, вот эти вот. Все по сторонам дороги. И да, вот это все по двум сторонам дороги просто потрясающе. И так вот идет, все. Блин, и он декор для сада. Классно, да? Да, много цветов, много зелени. Это очень приятно. Ну вот снова красота просто какая-то нереальная. Слева тук-туки, как в Индии. Пока камеру не откроем, уже земля прекратилась. Жук, уже мы летим, потому что... То есть тут расстояния какие-то просто огроменные. Ну, 80 нормально. Ну что, у нас Бог бережет, крестик есть. Такая бурая. Ага. Не, она как... даже не кирпичная. И тук-тук слева. Все, путешествуем с нами. О, вниз, горки. Американские горки практически. Скорость такая 90 уже. А
Так, все, выключаюсь уже.